30 марта закрывается движение по мосту через реку Лососинка на улице Маршала Мерецкого в Петрозаводске. Там будут проводить работы по реконструкции. Об этом сегодня рассказали в Министерстве по дорожному хозяйству, транспорту и связи. Закрытие движения для пешеходов и транспорта на период проведения основных этапов реконструкции планируется с 8 утра. Специалисты начнут разбирать контактную сеть, столбы уличного освещения, затем асфальтобетонное покрытие и сам мост. Подрядчик уже начал подготовительные работы. Сейчас специалисты устанавливают временное ограждение по периметру строительной площадки и начнут ставить временные знаки. Уже закуплена часть материалов и оборудования для строительного городка. Напомним, мост построили в 1963 году. 7 лет назад он был признан аварийным, и движение по переправе было ограничено. Сейчас настало время сделать мост современным, безопасным и удобным для всех жителей, подчеркнули в Минтрансе.